Подже. Друзья, доброе утро, с вами Алексей Костылев, и это второй день отборочных матчей турнира PGL Major Краков 2017. После досадного поражения против G2 нас ждет следующая битва против команды Flipside. И пока игроки тренируют индивидуальный скилл, мы попросили Эдварда провести маленькую экскурсию по отелю, в котором мы живем. Почему свободен Эдвард? Да потому что он встал раньше всех и уже провел маленькую тренировочку. Привел свои мысли в порядок, и у него появилась свободная минутка. Здорово, Лёха. Здорово, ну как дела? Рассказывай. Ты уже побегал? Все, позанимался. Готов. Ну идем, покажешь, где вы живете. Ваня, ты живешь в северном крыле? На юго-западе. Куда дальше? Направо. Кстати, организаторы мейджора предоставляют всем командам и всем игрокам отдельные номера, сингл номера, что, конечно же, не может не радовать. Здесь я смотрю видео, смотрю демки, слушаю музыку по вечерам или в свободное время. При выходе с отеля напротив нас, прямо напротив нас, в шаговой доступности находится торговый развлекательный центр огромный, где есть кинотеатры, магазины, разные приколюшечки, развлекушечки, но нам до этого дела вообще нет никакого, потому что мы играем на турнире. А еще на прошлом турнире организаторы дали нам памятки такие, вот. Сейчас стекло открою, чтобы было виднее. Такая вот медалька памятная. Дома у себя ее где-то на красивом месте оставить. Забавно то, что после вечеринки в Кёльне, после турнира, я ее получил вообще, как турнир закончился, уже на следующий день. Денис ее дал мне просто, сказал «на», и рассказал, что возвращаясь под утро с вечеринки домой, пьяный админ сидел в лобби отеля и всем вот раздавал. И на нашу команду досталось. Вот такая вот приколюшка. Отлично, я вижу, тут еще есть какая-то брошюрка из Кёльна. Вот. Или это ты привез сюда? Это брошюрка из Кёльна. Мы на них расписывались, на автограф-сессии. Там есть информация, кстати, о нас. Почему, собственно говоря, я ее и взял. Угу. Всем подарочный вариант выдали. И там, кстати, приколюшечка, что... Ну что ты нового узнал? Обрати внимание, Санька у тебя опытный уже. Кстати, друзья, прошу заметить, что Симплу уже стукнуло 29. Вань, ложись, я тебе еще хотел пару вопросов сегодня задать. О, конечно, конечно, безусловно. Спасибо, что приняли меня. Итак, первый вопрос, Иван. Какие чувства вас переполняют после поражения? Знаете, доктор, мне очень сложно об этом говорить. Это такая тема интимная, личная. Но в целом мне нормально, спасибо. Я хорошо, я справляюсь. Хорошо, Иван. Всегда совладайте с эмоциями и оставайтесь спокойными. Второй вопрос. Любите ли вы себя? Опять-таки, я не знаю, мне очень тяжело. Ну да, я красавчик, да. Я люблю себя. Да. Хорошо, третий вопрос. Чем самолет отличается от птицы? Что? Стоп! А теперь. Сегодня ты берешь и делаешь эйс! Победа! Да. Только победа против Flipside! Хорошо. Поднять щиты за Нави! Нави, дари! Спасибо, Иван, за ваши ответы. Ну, а мы пойдем дальше, покажем очень, нашим очень, телезрителям. Очень приятно всегда ваши сеансы. Спасибо. Желаю вам удачи. Спасибо. Сегодня. При выходе с отеля PGL для каждой команды организовала бусик. Как только ты выходишь, ты можешь сесть в него, и тебя за считанные минуты доставят в Краков-арену. Чем мы сейчас и займемся. Hi. Let's go. Отель находится в 5 минутах от Таурон-арены, и сейчас мы покажем вам, где проходят отборочные этапы, где обедают наши игроки и как построен механизм
PGL Major изнутри. Как видите, мы попадаем сразу на черный вход Таурон Арены. Называется Малахала. Как мне подсказывает моя интуиция, Малахала это маленький холл, скорее всего. С черного входа вы попадаете сразу в лобби, это Twitch Lounge, здесь игроки обедают и ужинают. Обед начинается с 13 до 15, а ужин начинается с 19 и до 9. Идемте, как раз мы попали с вами на обед. Что у нас здесь? Здесь у нас сегодня рис. А, значит, дальше что у нас? Это у нас спаржа. Я очень люблю спаржу. Спаржа это просто бастюня. Дальше. Potato with dill. Potato with dill это картошка с укропом. Это у нас что? Cannelloni with spinach with ricotta. Значит, это cannelloni, я не знаю, что это такое, но здесь еще присутствует рикотта и шпинат. Здрасте. Это рыбка. Beef cheeks. Курочка. Здесь находятся приборы, супы, сухари для супов. Как видите, здесь всегда находятся фрукты и печенье. Когда обед или ужин заканчивается, вы всегда можете подкрепиться свежими фруктами. Везде находятся автоматы с шоколадками, потому что киберспортсмены очень любят сладенькое. Дальше мы попадаем в локацию, которая называется Venue. По левую сторону от меня находится обслуживающий персонал PGL. Это соцсети, это Twitter, это Facebook и все медиа-каналы и социал-медиа-маркетинг. Далее, у каждой команды есть отдельная зона, которая отделена шторками. Там проходят тренировки и разыгровки перед отборочными матчами. В этой зоне проходят групповые игры. Как сейчас видите, играет команда Mousesport. Насколько я знаю, они играют с фейзами. Может быть, я ошибаюсь. А за этими шторками находится весь медиа-отдел PGL. Именно там идут трансляции. Режиссеры монтажа транслируют для вас матчи. Мы аккуратненько заглянем, если нас не будет. И очень вкусные персики, Через 5 минут начинается наш матч против Flipside и идут последние минуты подготовки. У Саши что-то с компьютером. Все время размытые текстуры, сейчас это пытаются пофиксить. И только что прошло обновление Counter-Strike. Друзья, уверенная победа над Flipside, и счет по картам становится 1-1. Поднять щиты за Нави!